О спорте. Буденновский силач – лучший в стране. Наш земляк Борис Хачатуров доказал это на первенстве России по тяжелой атлетике среди молодежи. Соревнования прошли во Владимире. Сколько весит победа, наши коллеги спросили у чемпиона. Взять больше 100 килограммов для дважды чемпиона России по тяжелой атлетике – задача несложная. Свое мастерство Борис Хачатуров оттачивает на ежедневных тренировках, четко придерживаясь разработанной наставником программы. Его максимальный результат – 113 килограммов в рывке и 145 в толчке. Залог хороших показателей – упорство и постоянная работа над собой. Нужно тренироваться, вот самое главное. Много-много тренироваться. Без этого результата не будет. Самое главное – тренировки. Многочасовые занятия в спортзале принесли свои результаты. Победы на недавних чемпионатах России. Среди юниоров до 20 лет и среди молодежи до 24. В весовой категории до 62 килограммов 19-летний Борис Хачатуров стал абсолютным чемпионом, подняв в сумме двоеборья 244 килограмма. Три подхода дается. На каждое упражнение по три подхода. То есть начальный веса, например, вот у меня 105 килограмм был начальный вес. Я его поднял, после этого нужно заявлять больше, ну это уже как, сколько ты хочешь. Я пошел больше и так три подхода вот так выполнял. Буденновский силач на соревнованиях во Владимире обошел 12 соперников. Всего же в чемпионате приняли участие порядка 250 богатырей из 38 регионов России. От нашего города вместе с Хачатуровым выступал и другой подопечный заслуженного тренера России Вячеслава Адаменко. Мастер спорта Эдуард Ананян. Он стал бронзовым призером в своей весовой категории. Вячеслав Адаменко воспитал не один десяток мастеров спорта, победителей и призеров России по тяжелой атлетике. Без тренера я бы не вышел на такой уровень, это все он меня подготовил, я ему благодарен за это. За 50 лет в этом спорте заслуженный тренер точно знает, что нужно делать, чтобы вырастить чемпиона. Всегда уважать их надо, как людей, разговаривать на равных. И самое главное – внушить ему, что он способен стать большим спортсменом. Только тогда он может верить в себя. А самое главное для спортсмена, для того, чтобы он рос, чтобы он верил в своему тренеру. Тогда будет рост. Дисциплина, упорство и целеустремленность привели Бориса Хачатурова в сборную команду Российской Федерации для подготовки к молодежному чемпионату Европы по тяжелой атлетике. Он пройдет уже этой осенью. Совсем скоро буденновский богатырь отправится на сборы. А пока спортсмен не упускает ни единой возможности, раз, другой и третий, поднять штангу над головой. Татьяна Шевцова, Александр Приходько, Буденновск, специально для Ставропольского телевидения.